11:08, 27 апреля. Я просто не могу это поверить. Проснулся с мыслью о том, что надо бы перестать тратить, надо подэкономить этот месяц. До конца месяца вообще ничего, ни на что не тратить, ничего не покупать. Подэкономить баблишко. Я же на новый компьютер коплю. Но просыпаюсь, включаю монитор, вижу такую вот прелесть. Какого-то хрена, то ли там матрица выгорела, то ли что. Монитор после выключения-включения нормально светит, там несколько секунд, там может минуту, а потом опять начинается вот это вот угасание. Значит, все нормально, нормально, нормально. В какой-то момент опять раз, и снова начнется это потемнение. Хрен знает, что это, но новый монитор, похоже, придется покупать. Какой-нибудь там, не знаю, по типу какую Евкакия взять наподобие. О, началось. Опять это угасание. Короче, буду мозговать сейчас.